Один достаточно известный стих прочитаю из послания Иакова, 1 глава, номер стиха 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Вот если вам знакомо это место, и вы когда-то практиковали его в жизни, просили у Господа мудрости, то улыбнитесь мне. Все просили. У кого из вас были такие мысли, что я прошу, а он мне все равно не дает, тоже улыбнитесь. Или у всех у вас была такая ситуация? Иногда просто, видите, смирение не позволяет руки поднять некоторым, вернее, его отсутствие, поэтому я не перегружаю Господень народ, вот, потому что школьниками мы себя слишком часто чувствовать не очень хотим. Поэтому я избрал такой знак. Вы знаете, я сам неоднократно в жизни слышал от людей такие жалобы о том, что вот написано «просите мудрости, я прошу, а Бог мне ее не дает». И это естественно, когда мы видим, что как будто бы Слово Божие не соответствует реальности, действительности, это серьезнейшее колебание может прийти в жизни верующего человека. Как написано в одном псалме, когда разрушены основания, что сделает праведник? То есть сегодня Слово Божие является для нас фундаментом, и его незыблемость является основанием для нашего спокойствия и уверенности в Господе. И поэтому, когда христианин видит какое-то несоответствие, он понимает, что это для него жизненно важный вопрос. И я сегодня хотел бы вот как раз на эту тему рассуждать и смотреть на некоторые библейские примеры и в свете этих примеров посмотреть и на себя. Во-первых, в основном, когда мы с вами просим у Господа мудрости, мы на самом деле просим у Него лишь знания. Мудрость – это не только знание. Знание – это только часть мудрости. Мудрость – это гораздо больше. Мы же хотим получить от Господа такой, знаете, пин-код, что ли, или слово магическое, так выражусь, потому что именно так некоторые это представляют, чтобы с помощью какого-то секрета, духовной тайны мы могли легко разрешать трудные вопросы. На самом деле мудрость, она обладает свойством, чтобы легко решать многие трудные вопросы. Но Библия показывает нам, что мудрость является чем-то большим, чем просто знание. Но поскольку сегодня мы так часто понимаем, что прося мудрости мы просим знания, я буду говорить в этом свете. А потом мы подойдем к тому, что есть мудрость в целом. Первый человек, его звали Соломон. Наверное, никто не сомневается в том, что из людей был самый мудрый человек. Так ведь? И даже политики сегодня цитируют его и говорят, великий Соломон сказал так, апостол Павел сказал так, а я говорю вот так. Продолжатели такие есть у нас. И вы знаете, когда мы говорим о Соломоне, мы всегда удивляемся тому, какой конец был его жизни. Это очень грустно и печально. И у нас возникает вопрос, знал ли Соломон, что поклоняться идолам нельзя? Было ли причиной поклонения идолам недостаток мудрости или знания у Соломона? Нет. Знал ли Соломон о том, что израильским царям нельзя чрезмерно умножать три вещи? И так вещи я не могу сказать, потому что там еще касается, значит, жен. Значит, три момента: жен умножать нельзя чрезмерно, золото и коней. Об этом Соломон знал? Знал. Но почему-то вот это знание, которое он имел, понимание, не помогло ему. Потому что в сердце Соломона закрались такие чувствования, которые мы просто можем назвать неповиновением Господу. Сам же Соломон в свое время говорил, что человек мудрый внимает заповедям. И вы знаете, что как только мы начинаем бунтовать против Божьих заповедей, где начинается непослушание Божьим заповедям, там заканчивается мудрость. Везде, где начинается неповиновение заповедям Божьим, везде заканчивается мудрость, какую бы она великою не была. И сказано в одном месте, что нет мудрости вопреки Господу. То есть то, что может нам показаться таким обоснованным, таким правильным, логичным, последовательным, продуманным, но с одним минусом.
оно противоречит Божьим заповедям. И вот люди часто пренебрегают Слово Господне, избирают то, что кажется умным, и всегда терпят посрамление. Может быть, даже это происходит через десятилетия, но это обязательно произойдет и самыми ужасными последствиями. И поэтому в жизни Соломона проблемой было не отсутствие знания или даже мудрости как таковой. Проблемой у него стало неповиновение, пренебрежение к словам Господа. И многие люди сегодня терпят в духовной жизни поражение не от того, что они не имели каких-то понятий, не имели мудрости или наставления, а потому что позволили пренебрежению к Слову Господню проникнуть внутрь их сердца. И сказано в одном месте, что никто беззаконием своим не укрепит своей жизни. То, что кажется, если я поступлю вот таким образом, хотя это Господь не позволил, не разрешил, но мне кажется, что так будет лучше. Не мудро. Никогда это не бывает мудрым. Не нужно даже это проверять. Это ясно и понятно и так. Еще у Соломона был сын. Его звали Раваам. Однажды он оказался перед сложным решением. Отец у него был авторитетный человек, мощный такой, сильный. И так построил израильское государство, что люди так сильно работали, тяжело работали, и государство процветало. Но Соломон мог сдерживать, если какое-то возникало недовольство. В Израиле у него был достаточно сильный авторитет. Сын его Раваам, естественно, такого авторитета не имел. И люди ждали со сменой царя какие-то послабления и милости. Они пришли к царю Раваму и сказали: «Царь Раваам, ослабь нам иго, которое возложил на нас отец твой». В этот момент Раваам находился в состоянии, когда у него не было ведения, как поступить. Он попросил 3 дня, народ разошелся, и он стал советоваться. Сначала он посоветовался с теми старейшинами, которые были при его отце, а потом со своими молодыми друзьями. Старейшины, которые были при отце, сказали: говори с народом хорошо, мягко разговаривай. Народу нужно это пославление. Народ тяжело работал все эти годы. Потом он послушал молодых, которые сказали: знаешь, что ты царь, в конце концов, и сейчас, если каждый каменщик и грузчик будет тебе указывать, как действовать, что же ты будешь за царь? Ты им так скажи, что мой мизинец толще бедра моего отца. Ну, представляете, значит, если при Соломоне работали, люди уставали, то теперь пришел человек, который говорит: у меня мизинец толще чресла отца моего. Мой отец наказывал вас, значит, плетками, а я буду наказывать вас скорпионами. Скажите, пожалуйста, можно сказать, что теперь Раваам уже имел ведение, как поступить? Была ли послана к нему мудрость? Было. Через старейшин. Ему был дан совет. Ему было дано ведение. Но проблема Раваама заключалась не в том, что у него не было знания, а в том, что внутри у него была гордость молодого человека и амбициозность, так называемая. И мы не можем сказать потом, опосля, что Раваам не знал, как поступить правильно. Ему было дано правильное знание, но он его либо не разглядел, либо не захотел принять, потому что гордость превозмогла здравость. И мы с вами можем сколько угодно просить у Господа мудрости, но если мы люди, водимые гордостью, то мы эту мудрость не расслышим, не рассмотрим, не поймем и не примем. И можно замолиться и сказать: Господи, я опять попал в проблему. Израиль разделился, большая часть, около 80% отделились от него. Господи, почему ты так допустил? Потому что ты пренебрег мудрость Божию по причине своей собственной гордыни. Еще есть один пример, это уже в Новом Завете один человек, которых зовут книжниками, пришел к Иисусу и задает ему такой вопрос. 10 глава Луки, 25 стих. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Когда человек задает вопрос, обычно он что-то хочет узнать. И вот книжник, человек, изучающий закон, знающий Ветхий Завет в оригинале, и он подходит к учителю Иисусу и говорит: «Что мне делать?» Я не знаю, что мне делать. Я хочу жизнь вечную, а что делать, не знаю. Как бы выглядит ситуация так? И вместо того, чтобы Иисусу открывать ему какие-то глубинные познания, Иисус, знаете, что ему говорит 26 стих? Он сказал ему: в законе что написано? Как читаешь? Иисус возвращает этого человека к тому, что он уже знает.
И книжник отвечает: ну, написано так: возлюби Господа всем сердцем и ближнего, как самого себя. Иисус говорит: молодец, правильно, иди и делай так. Ты уже знаешь, проблема в чем-то другом, проблема во втором, иди и делай. И мы хотим иногда, чтобы наша голова была наполнена большей мудростью, нежели той, которой мы готовы исполнять в жизни своей. Чтобы голова раздувалась, а руки все становились более рахитными, атрофированными. Знаю много, делать не могу. А нам мало же, мы хотим, вот чтобы вот так сказать, или чтобы так на нас смотрели и говорили, вот сестра там или брат как скажет, и вот нигде такой мудрости не встретишь. А то, что он это делать не умеет, даже это не вопрос. И поэтому Иисус всегда видит, когда человек подходит к нему, или это несведущий человек, или это человек, не желающий исполнять то, что он уже знает. Иисус не собирается углублять нас в духовное откровение, если уже эти элементарные вещи, которые нам знакомы сегодня, мы их отодвигаем в сторону. И мы ждем, что сейчас Бог нам даст такой какой-то ключ, что мы на скоростном шоссе влетим в вечную жизнь. Бог говорит: как читаешь, что написано? Слово не там на небе и не в преисподней. Написано, оно близко к тебе здесь, в устах твоих. Ответ рядом, источник рядом, дорогая Агарь. Не надо мчаться на далекие расстояния и мучить себя. Мудрость находится рядом с тобою. И проблема книжника, так же как Соломона и Иеровоама, была не в отсутствии знания, а в отсутствии достаточной исполнительности того, что он знал. И поэтому этот человек тоже подпадает под категорию, которым в принципе нет нужды говорить: Господи, дай мне мудрость, потому что сейчас им надо просить у Господа: дай мне послушание тому, что я уже знаю. И вот интересно, когда Иисус говорил потом после, в 11 главе книги Евангелия от Луки, 49 стих: «Премудрость Божия сказала». Значит, Бог желает делиться своей премудростью, Бог желает донести до людей познание. «Премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов». Знаете, что дальше произойдет? Пророки и апостолы были посланы, чтобы дать людям ведение, в котором они нуждались, из отсутствия которого истреблен будет народ мой, так написано. И чтобы народ не был истреблен, Бог посылает мудрость, посылает ведение, посылает пророков и апостолов. Но что делают люди? Написано: из них одних убьют, а других изгонят. Приятная перспектива. Это израильтяне, которые говорят: Господи, дай нам мудрым быть народом, дай нам быть народом процветающим, знающим Твой закон. Бог говорит: хорошо, прекрасная просьба. Посылает пророков и апостолов, они их уничтожают. И более того, написано, что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима, столица Израиля, место, где проносилось много жертв, там были убиты почти все пророки. Вы думаете, это не похоже на нас? Мы не такие, так ведь? Если бы Илия, пророк, пришел к нам, мы были бы подобно вдове в Сарепте Сидонской, и мы бы обязательно его распознали. Нет, никоим образом. Мы бы не упустили этот шанс. Но на самом деле сердце человека остается прежним. Сегодня Господь посылает нам мудрость через людей, которые рядом с нами, так близко с нами, но мы изгоняем или языком убиваем, говоря: посмотри на бревно в твоем глазу. Это все, диалог закончен. Есть средства заканчивать диалог. Сказать брату, чтобы он посмотрел на свое бревно. Обычно брату после этого или сестре говорить неохота. Бывает так, встречали ситуацию. И дальше написано 52 стих. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения». В руке ключ разумения. Понимание, видение. Но что написано? «Сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Проблема книжников была не отсутствие знания. Они его имели. У них было в руках, мы так можем сказать, ключ к Царствию Божию. Вот так можно выразиться. Потому что именно закон Господне, Слово Господне открывает и показывает нам путь. Они его взяли, они его имели, но дверь не открыли и еще другим не позволили. Нет хуже того, когда человек имеет знание, но не выполняет того, что Бог говорит. Этот человек и сам не входит в Царствие Господне, и обязательно на 100% становится препятствием на пути других. Это опасное положение не только для самого человека. И вы знаете, когда я как-то приводил этот пример, и вам всем он знаком,
У детей, они сейчас уже вышли все, можно говорить про них. Мне, потому что сын иногда говорит, что-нибудь так, не так сделал. Говорит, папа, ты в проповеди про это не рассказывай только, ладно? Ладно, не буду. У него уже ощущение, что я тут всю жизнь пересказываю. Поэтому, щадя его чувства, я думаю, что меня не слышат. Значит, дети имеют два уха, так же, как и мы с вами. Нормальный слух, все полноценно. Но есть у них одно свойство. Иногда они не слышат то, что им громко говорят родители, и слышат то, что им родители не говорят, и говорят причем шепотом. Замечено? Сынок, игрушки собери. Нормальным звуком. По децибелам достаточно, чтобы ребенок расслышал и выполнил. Но почему-то у него отсутствующий взгляд. И заводной паровозик приковал все его внимание. Когда на кухне, в другой комнате, родители шепотом обсуждают завтрашний день прогулки в парк или в гости, почему дети об этом уже знают? Почему они из комнаты, из далекой задают вопрос? Мама, папа, куда мы пойдем? А во сколько мы пойдем? А мы возьмем велосипед? Странно, что-то с ушами, да? И вот вы знаете, оказывается, что взрослые это люди в духовном плане очень часто бывают таковыми. Мы говорим, Господи, дай мудрость. Бог говорит, но мне не нравится, что Он говорит. И я не слышу, что Он говорит. И делаю вид, что не слышу, что Он говорит. Я опять говорю, Господи, дай мудрость, и я попадаю в одну беду за другой, потому что у меня не хватает мудрости, и мы не можем понять, что нам не мудрости не хватает, а чего-то другого не хватает в сердце своем. Еще один пример хочу привести. Иоанн Креститель. Я всегда так задумывался об этом человеке и не смел произнести такое переживание, которое сегодня, наверное, осмелюсь произнести. Вы помните, что когда Иоанн Креститель послал к Иисусу сказать, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Лука 7 глава 19 стих. Помните такую историю, да? А при внешнем взгляде Иоанн уже находился в темнице. Это тот Иоанн, который видел, как с неба сходил голубь на Иисуса. Он видел знамение, знак, все было понятно, ясно. Но что-то происходит, что Иоанн посылает учеников из темницы и говорит Иисусу, ты тот или нет? Напрашивается сразу момент, что он засомневался. Но поскольку мы привыкли обожествлять библейских героев, мы этот вариант отметаем. И я обожествлял и в сторону отметал этот вопрос, но не мог Иоанн сомневаться. И я читал даже, как богословы объясняли и говорили, он послал учеников спросить их, чтобы они сами убедились. Даже такое есть объяснение. Но сегодня, когда я вижу, как идут Божьи герои, посланники, смотрю, вникая в примеры Священного Писания, в свою собственную жизнь, оказывается, вы знаете, что когда человек попадает в экстремальные ситуации, Божий человек в глухой темнице, безвыходное такое тяжелое положение, то в это время может показаться, что те чудеса, которые были в твоей жизни, как будто бы их и не было. Бывает так или нет? И думаешь, действительно ли Господь мне говорил, что я тебя люблю? Правда ли Бог меня называл, ты мой сын или ты моя дочь? Когда человек попадает в тяжелые обстоятельства, те чудеса, которые его вчера вдохновляли, они вдруг куда-то забываются, и кажется, что вообще происходит в моей жизни. И поэтому я сегодня вполне допускаю, что в сердце Иоанна Крестителя пришло смущение. И Библия героев не обожествляет, она показывает их такими, как есть, и это нас утешает, слава Господу. Что сегодня эти смущения, которые проходят нашу жизнь, через них приходили величайшие люди Священного Писания. И он задает вопрос, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И они пошли к Иисусу и задают ему вопрос. А 22 стих 7 главы Луки, сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что? Скажите. Что-то Иисус сказал такое, чего никто не слышал и не знал. По секрету, вот вы ему эти передайте слова, и он сразу поймет, что я тот. Пойдите и скажите, что вы видели и слышали. Ничего нового. Иоанну Крестителю поможет то, что видено уже, и слышано, и известно. И сегодня, когда мы находимся в смущении, в критические моменты нашей жизни, мы думаем, что вот что-то должно такое произойти, ангел с неба прилететь, чтобы меня достать из этой беды. Бог говорит, вникни в то, что ты видел и слышал. Там находится твоя сила, там твой секрет,
Там твоя победа. В том, что ты уже видел и слышал. И к моменту, когда Бог ввел тебя в испытание, Он уже снабдил тебя необходимым материалом это испытание пройти. Слава Господу. Но если ты забыл то, что было тебе уже глазам показано и у уши твои сказано, то ты останешься бедным и ты проиграешь. И поэтому Иоанн Креститель, находящийся в темнице, в кризисе и смущении, тебе нужно не новое знание, тебе нужно то, что ты уже знаешь, вспомнить, рассудить и в сердце свое глубоко вложить. И ты победишь и пройдешь, слава нашему Господу, что Господь так доступно и близко дает нам свои откровения и свои слова. И вы знаете, когда мы разговариваем иногда с людьми, бывают ситуации похожие, человек уже с одним, другим, третьим, 45-м проконсультировался и говорит, что мне делать в очередной раз? И ему говорят, вот так и так. Он говорит, да слышал я уже это, так в чем же проблема? Да я уже 100 раз это, да я это уже знаю, так в чем проблема? Возьми это, раз знаешь, и иди, и побеждай, и преодолевай. И вот это внутреннее наше раздражение, мы себя в это время чувствуем Иововыми, да? А окружающих друзьями Иова, которые как бы не могут понять его боль. Такое действительно происходит в жизни. Но зачастую мы не Иовы на самом-то деле. Мне кажется, даже в большем количестве случаев. Потому что Бог сказал, Ной, Даниил и Иов, самые праведные, 3 человека Ветхого Завета. И мы так рядышком с ними, 4-ми. На цыпочках приподнялись и уже там. Естественно, все окружающие в церкви, это друзья Иова, которые никак не могут понять глубину боли и испытания, которые я прохожу. Но чаще всего Бог говорит, ты уже видел, и ты уже слышал, и то, что тебе нужно, уже у тебя есть. Используй это, вникни в это. Рядом источник, с тобой рядом находится. И, наконец, самый последний пример, который я хочу привести, это человек из Ветхого Завета, Валаам. Вы помните, что он пошел проклинать Израиль, не потому что не знал, как поступить. Он услышал, Бог говорит, не иди, знание есть. Зачем он пошел второй раз спрашивать, Господи, идти мне или нет? Знаете, монетку об монетку, когда стукает, золотую или серебряную, раздается характерный, приятный для сребролюбивого сердца звон. И человек идет во след этого звона. Представьте, к нему пришли почетные люди. Мы так читаем иногда, ну почетные, ну и ладно. Но представьте, сегодня почетных людей, которых к вам домой пришли. Сегодня христиане не способны, бывает, от участия в корпоративной вечеринке из-за того, что боятся проявить неуважение к директору конторы. А что будет, если к этому христианину придут первые министры России? И вот Валаам оказался в таком положении, к нему были посланы самые почетные люди. И он так, Господи, ну все-таки, может быть. Иногда, рассуждая на некоторые темы с людьми, я смотрю, начинается буксование. Знаешь, что такое буксование? То есть двигатель работает, колеса крутятся, а мы стоим на месте. Я долгое время не мог понять, в чем же дело. Пока однажды так с братом рассуждаем, мы были с ним вдвоем в этой беседе, я говорю, слушай, ну как он не может понять? Он говорит, он был брат более мудрый, чем я, и говорит, он уже давно все понял, просто не хочет это принять. И некоторые люди думают, что они советуются с бесконечным количеством советников. И у них есть одна цель. Та точка зрения, в которой они заинтересованы, чтобы она оказалась правильной, им надо ее протолкнуть. Поэтому аргументы не работают, доказательства не действуют. Убедить невозможно, потому что этот человек уже давно все понял. Но он не хочет так делать. И он просит у Господа, у людей мудрости, объясните мне. А там совсем нужно другое. И недавно мне приходилось слышать, как человек говорит, пусть Бог даст мне мудрости, что сказать. Я говорю, может быть, надо мудрости промолчать. Почему-то мы думаем, что мудрость – это обязательно говорить правильно. Но иногда мудрость – это правильно промолчать. Замечали такое? Особенно мы чувствуем это на себе, когда думаем, хоть бы ты замолчал. А тот просил у Господа мудрости говорить, а не молчать. И поэтому теперь говорит, что ему пришло в голову. Но когда мы хотим кого-то вразумить, мы обязательно делаем это речью. Мы даже не понимаем, что можно молчанием больше пользы принести тому или иному человеку. Когда мы с вами действительно не понимаем, каким путем двинуться,
Бог одобряет наши размышления, наши рассуждения, наши искания. Но когда мы поняли, какой путь правильный, но он нам не понравился, и мы начинаем снова рассуждать, мы таким образом подвергаем сомнению Божий путь, Божью заповедь и оказываемся в очень опасном искушении диалога с самим сатаной. Всякий человек, который подвергает сомнению правильность Божьих заповедей, Божьих путей, неизменно начинает разговаривать и вести диалог с сатаной, как это делала Ева в Едемском саду. Совсем недавно состоялся разговор с человеком, который в течение нескольких лет уже не ходит в церковь. Это в другой области, даже в другой республике. И когда говорили, было ясно и понятно, что причин выходить из церкви, оставлять ее, настоящих и не было. Человек понял, я думаю, что все это время понимал. И с братом, которым мы были, мы сказали, 7 дней вам, чтобы по возвращении вернуться в ту церковь, в которой вы находитесь. Почему? Зачем эти сроки? Потому что если я уже понял путь, и этот человек ясно понимал, что это правильно, но гордость не позволяет вернуться. И если человек будет дальше продолжать обмусоливать эту тему, буксовать, враг покажет свою дорогу, ложную и опасную. И поэтому человек, который сегодня вымаливает у Господа мудрости, должен всегда себе задать вопрос, а действительно ли мне не хватает понимания, или мне не хватает желания исполнить это понимание? И Бог обязательно направляет нас. И поэтому то, что сегодня человек знающий поступает как не знающий, как будто бы, и человек, имеющий видение, поступает как не имеющий видение, это говорит о том, что у него внутри, возможно, живет гордость или неповиновение, или какая-то корысть, как у Валаама, или превозношение над Божьим, что угодно, но совсем не отсутствие видения. Поэтому сегодня зададим себе под самый конец вопрос, мудрость надо просить у Бога или нет? Вяло отвечаем уже. Все улыбались вначале, а сейчас уже засомневались. Мудрость надо просить у Господа обязательно 100%. Но только не просите часть мудрости. Когда Бог начнет вам посылать мудрость, Он пошлет вам пророков и апостолов, которых захочется изгнать и сказать, уйдите отсюда. Вот Он как пошлет мудрость. И мы ее не увидели, мы ее не рассмотрели, потому что мы говорим, это люди, мне ангел, я ангела жду с большими белоснежными сияющими крыльями. Вот эта мудрость придет с неба, печать совершенства и полнота мудрости, венец красоты. А вот этот вот братик сутулый рядом со мной, что он может сказать? Если мы просим уже у Господа мудрости, так будем готовы мудрость-то и принять, которая написана, во-первых, чиста, потом мирна, послушлива. Вот это и есть мудрость. И когда Бог начинает ею нас обогащать, ее в нас производить, мы говорим, нет, я совсем не это имел в виду. Ну, тогда нам остается оставаться глупыми. Это очень неприятно. Поэтому хочу помолиться с вами, братья и сестры, сегодня, если кто-то, может, увидел, что какой-то духовный стопор в его жизни произошел именно по этой причине. Вы говорили, Господи, вот не хватает мне мудрости, ты мне ее не даешь. Но сегодня мы увидели, что оказывается она дана, но только неисполняема. Только она пренебрегаема нами в жизни. Как написано, мудрость бедняка пренебрегается. Бог посылает нам людей, незаметных, может быть, незначительных. Говорит к нам что-то, может быть, дома прямо говорит. Мы говорим, нет, это не та мудрость, которую я прошу. Господи, открой наши глаза, помолимся.